Так, сейчас мы соберем все это, что мы настригли. Так, а тут сигареты, алкоголь, что тут еще у нас попадается. Мешочек с драгоценностями, деньги. Ага, идут уже. Сваливаем. Крепкие головы у них, надо сказать. Все, уже надо менять оружие. Это оружие уже не годится. Уже и это не годится, оружие. Крепкий вот этот, да. Мастеровой какой-то. Смотри, встает опять. Прям по морде, смотри, какой настырный какой. Встает. Опять встает. Да ты чё, не валяшка? Опять встает. Давайте, кучкуйтесь. Вставайте в одну линию. Вот так вот. И смотри-ка, это встает. Эти погибли, да? А это встает, смотри какой. Да сдохни уже, нигер. Вот он дергает, дергает, смотри. Какой настырный. Есть, повышение уровня. Пока никого нет, надо собрать все, что мы тут нарубили. А доглядываться, да-да-да. В жопе у кому-то вковырял. Ох ты какой! Вот он мерзкий, мерзкий. Я знаю, ты мерзкий. И целый еще. Еще нигер пришел. Так, в одну линию, в одну линию. О, как хорошо-то. Нет, не убил. Хорошо. Похоже, что мы перебили их всех. Но я думаю, что скоро опять набежит толпа целая. Случается, из-под машин вылазит.
Так, ну что, двигаемся. Ой, вот этот взрывается здорово. Смотри. Ой-ой-ой. А сейчас пришел великан. И сейчас прибегут психопаты, которые бешеные. А этот блюет идет. Так, а вот психопаты бегут. Так. Так, что принесла? Иди отсюда. Это мое место. Все испачкало тут. Чего, Ириска? Лови. Вонючий. А это смотри, как смотри, смотри, пристально. На. Ириска упал. Желтенький. Тоже голова откатилась. А вот горящий пришел. А, не повторяется. А у нас здесь граната есть еще. Если мы вон туда ее кинем, что будет, интересно? Ну, лови еще одну гранату. И ушатали мы его. А сейчас сбегутся все психопаты эти. А у нас оружие-то... Ой, какое плохое оружие-то. Срочно меняем оружие. Срочно. Потрошитель. Это заменить. Серп. На топор. Так, если мы починить его не можем, значит его нужно разобрать. Починить можем? Можем. Ну вот так. Новенький, смотри какая. Смотри. Как сложно. Звуки такие вообще, да? Ты бояться-то не будешь ночью? Нет. Мне дочь помогает в прохождении игры. Ух ты, ух ты. Вот так вот, да? Мы наступили на эту гадость, на эту кислоту. Ну не заново, но сейф-зона начинается. Нет, все, что мы набрали, мы оставили. Вот они, смотри. Собрались. Тут их рассмотреть можно. А вот на эти штуки они натыкаются и погибают сразу же. В общем-то, нам нужно двигаться уже в другую сторону, но можем еще победокурить здесь. Мы вышли из безопасной зоны. Мы можем вот так вот заниматься паркуром вот таким. Прыгать, бегать здесь. Так, а нам нужно на ту сторону. Сколько их здесь? Ты посмотри, сколько. Даже днем и то полно. Ой.
Так все-таки нам сюда нужно. Так, там не может залезть, да? Так, не может залезть сюда. Ну ладно, отсюда залезем. Ух ты! Такая шипастая штука, то есть ее, наверное, можно будет столкнуть. Здорово, придурок. Форт Джефферсон, вот так вот. Джефф Сити. You shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm already можно включать? So you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Он нам задание дает. Ой, сумасшедший. Зона разблокирована. Эх, я люблю вон тех взрывать. Смотри, смотри, смотри. Сейчас сумасшедшие прибегут опять. Уже бегут. Ага, ага. На. Надо вовремя только ударить его, когда он подтягивается. Его голова на уровне ног находится. Ты куда лезешь, дорогой? Теперь черная. Только жопа сверху сверкнула. Ну а ты что не подходишь-то? Ну, другое дело. О! Подкрались тут. Как вас здесь густо. Ну, мимо этого невозможно пройти. Так, что у нас есть в арсенале? У нас есть граната. Так, что у нас здесь? Пусто? Как так? Ну, тогда выдвигаемся к первому. К первому вентилю. Надо на взрыв пакета насобирать материальчика. А то нам и привлекать-то их нечем. Вот так вот. Ну что, прямиком? Здесь колючка.
Ох как! Вот черт! Ух! Нас уже вовсю тут прессуют. Добить тебя, сучка. Так, одного кончили. Пока не встал, держи. Они активно взрываются, да, здесь? Так, нам надо этого кончить, этого харкуна. Этого бомбардира, блин. Хорошо, что мы умеем пинаться. Ты куда, нигер, лезешь, блин? Да ладно, орать-то не больно. Так, ну кажись, мы зачистили, да? Сейчас лут соберем. Ибо без лута здесь крайне тяжело. 74 бакинских принес. Так, кто-то опять здесь идет, да? А может, у нас закрывается это дело? Ага. Лови! Че, я его так быстро мочканул? Так, не закрывается, да? Ворота не закрываются. Они уже идут. Надо быстренько вентиль крутануть. Давай, уже идут, уже идут, уже. Давай, давай. Вот так вот. Потому что долго мы крутили. Так, нам лечиться, срочно надо лечиться. А лечиться-то нечем, вот так вот. Так что валим отсюда. Собственно, мы здесь уже сделали свое дело. Вот так вот. Не могу я мимо них пройти просто так. Валим, валим, валим. Так, там кому-то помощь нужна. Вот черт, возвращаться неохота, конечно. Да и у нас здоровья не так много, но... О нет, этих мы вряд ли ушатаем. И срочно добить его. А он готовый и так. Инвентарь полон. Пусто. Ну что ж, двигаемся дальше тогда. Так, тут мы уже бывали. Здесь мы не пройдем, да? Уже стягиваются, стягиваются по нашу душу. Опа! За заборчиком мы уже.
Ну давай, 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 давай. Может получится залезть-то все-таки. Так, одна из меток там где-то находится, да? Сможем здесь подняться? Ну что ты, не хочет лезть он здесь никак. Ну ладно. Погожий солнечный денек. Какой здесь автобус стоит? Посмотрим, что там такое. Ага, а тут база начинается уже. База. И как мы здесь пройдем? А никак мы здесь не сможем пройти. Так, и здесь скалы везде. Эх, не навернуться бы здесь. Как вас здесь много. Как же нам наверх-то попасть? А нам надо на эстакаду забираться, по всей видимости. Так, двигаем туда. Отсюда никак, да? Вон туда нам нужно. Да, фиг там. Со столба попробуем, да? Да нет. Нет-нет, мы отсюда должны залезть. Так, давай-ка за фонарь попробуем зацепиться. Нет, нет, не получается. Не хочет он никак за фонарь цепляться. Ну что, а здесь где-нибудь мы пролезем? Так. Ну что ты, боже ты мой, давай уже, лезь. Не хочет, никак не цепляется. Может, лестница где есть поблизости? Вот же черт. Взглянем. Надеюсь, этот жаркий парень нас не заметил. Складывать-то некуда. Уже луту набрал столько, что... О, сюрикенчики пригодятся. Так, а вот аптечка-то наверняка здесь есть. О! Подумаешь, с десяток сломали уже. Срочно подлечиваемся. О! Психопат стоит. Тихонечко обходим. Есть.
забираем биту и попытаемся залезть. Не так много вариантов. Ну, дальше он никак не хочет лезть выше, да? Никак не лезет. Так, да, давай еще прокрутимся. Ты че, блядь? Вот криворукий, блин. Ведь можно же было зацепиться. Рукожопый, блин. Так, а вот же здесь, ё-моё. Допрыгнуть же можно. Так, а что нам это даст? Нам это ничего не даст. Так, давайте репу чесать. Откуда будем залазить? Так, привлекли внимание, да? Какой, сука, прыткий! Ну давай, давай, залази. Сучонок, блин. Так, но это не решает нашу проблему. Ну, раз уж мы здесь, посмотрим. Силовой кабель. Чертеж. В игре так и тянет свернуть куда-нибудь. Сбиться с пути с намеченного. Столько соблазнов. Погляди, что здесь. Загляни сюда. А что за этим поворотом? Психопат, да? Нет, здесь не хочет лезть тоже. Аптечки, аптечки, аптечки. Угу. Аптечки, вот они, дорогие мои. Нет, туда не пойдем больше. Будем тупо залазить на эстакаду. Как-то наверняка можно здесь забраться. Так, мы помним, там жаркий парень стоит. Куда-то ушел. Ты что там, уже кто-то прется за нами, да? Забрались на крышу, ну а с крыши уже, я думаю, на эстакаду будет несложно забраться. Опа, и мы здесь. Так.
Так, нам вот туда нужно. О, балбес. Так, ну вот здесь, наверное, мы... Наверное, мы здесь залезем все-таки. Да, хренушки. О, блядь. А я тебе, если... А если я тебе? Мразь, блин. У нас и так аптечек мало. Ты еще тут гадишь. Так, ну вот здесь вроде выступы есть. Да. И ты здесь нарисовался. Сука, ну тебя же убивать придется, да? Сдохни. Да ты издеваешься, блин. Ты издеваешься. Давай уже. Так, он нам не даст спокойно здесь обшарить все это дело. Падай уже. И сдохни. Не достаю. Так, а как же нам туда забраться? Вот черт. Может, здесь получится? Ну, начнем оттуда. Целый круг сделали, блин. Вот это да. Так. Опс. Ох, какой здесь. Ты пожарный, что ли? Вот это да. Как нам тебя выманить? Так. Черт побери. Если мы сейчас достанем автомат или пистолет, тут шуму будет. Шуму будет полно. Опять же, чтобы нам попасть внутрь, нам нужно. Вот ведь хрень какая, а? Нам придется падать сверху. Не нравится? Ух ты, черт! Это кто нам так приложил? Ага, вон там мразь это сидит. Так, зачистили. Есть. Огнестрел есть огнестрел. Ох ты, черт, напугал, бля. Ну давай, залази, здесь я, здесь. Как вы не вовремя-то, а?
сыграла в ящик. Ох, бляха-муха, не допрыгнул. Ну мы в относительной безопасности здесь, да? Каким это образом-то через забор-то меня укусила? Я, главное, не попадаю, она меня цапнула, блин, вот бредятина. Здесь хотя бы никто не мешается. Так, а как мы будем отсюда выходить? Хороший кувалдометр. А выходить мы отсюда будем. И нам наплевать на них, собственно говоря. Заодно здесь подберем. Так, сориентируемся по карте. Так, ну-ка. И продолжим движение. Итак, нам все-таки нужно туда пробираться. Ну давай, залази. Попробовать? Да нет, не хочет он здесь, никак не хочет карабкаться. Так, а ведь тут могут быть аптечки. Нет, аптечек нет здесь. Не будем терять время. Как-то здесь нужно проникнуть нам на ту скалу. Так. Может быть, все-таки здесь отсюда можно как-то пройти? Нет, никаким образом. Я подумал, может быть, с этой высотки есть трос какой-то натянутый. Тоже нету. Так как же, черт побери, нам залезть-то? Ух, как мы тут залезли в самые гущи. Да. Так, зачем я сюда залез? Тут даже люка нету. Ах ты, сука!
Валим, валим, у нас аптечек нету. Нет, одна есть аптечка. Да, вот же хрень-то какая, а. Без аптечек прям никак. Так вот где вход-то у нас оказывается. Пошла вон отсюда, пошла! Беленького мяса захотели, негеры. А, негеры. Даже не негеры, а негеры. Ну вот так. Отдышимся. Соберем. У нас здоровье прям, блин, на одну затяжку. Дверь-то не закрывается здесь? Нет, не закрывается. Ну, крутим вентиль и валим. Лишь бы сзади сейчас никто не схватил нас. А здесь пусто. Так, что здесь? Фрезер. Отлично. Халва. Вот так вот. Конечно, лучше бы аптечку, но... И на этом спасибо. Все на выход. Ломимся, ломимся, ломимся. Так, а что у нас там? Высоковато, да? Вот здесь нормально. Цветочки. Цветочки мы любим собирать. Так, ох, сколько вас их здесь собралось, черт побери. Да, плевун нам сейчас здесь наподдает, это гарантированно. Так, в обратную. Нам в обратную сторону. Что-то солнце уже, когда оно сядет, уже так слепит просто, пипец какой-то.
Где этот Харкон, плевун? Вон он стоит. Сейчас я за тобой иду. Мерзота. Так. И тут самый главный, да? Да вы издеваетесь. И, конечно, крутить нужно лезть туда. Не вижу вентиль. Давай, подходи. Попробуем гранатку. Да ну, хрень какая. Я заколебался уже махать-то. Ну давай, давай, давай. Отсюда прыгай. Одного успокоили на раз. Подставляем физиономии. Оба, раз. Два. Три. Четыре. Да сколько вас здесь? По очереди. Черные в первую очередь. Давай, давай. Ух. Зачем я так сделал? Обманули. И давай ты теперь. Ближе подойди. Вот так вот. Ну как хорошо. Идешь что ли? Иди сюда. Ну ты прям не спешишь, давай-ка уже, шагай. Так, осмотримся. Вроде бы никого больше нет. Подбираем хабарчик, что принесли. Опять молоточки одни. Ну это логично, здесь работяги, газовики, труженики, сгоревшие на работе. Многовато их тут на один участок собралось. Так, теперь самым главным олухом. Что нам тут? Вот так вот. Ты злой, да? Злой. Давай-ка мы тебя с пистолета, может быть. А-ля-ля, а-ля-ля. И все. Да ты смеешься, что ли? Два выстрела. Красава. Так, как нам теперь попасть в подземелье в это? Gonna
make it back to the tower, find the closest safe house. And don't order them. Открываем. Закрываем за собой дверь. Драгоценности. Что у нас здесь? Ага, химикаты. Отлично. Так, ну, мы сюда попали. Аптечки. Так. Делаем срочно аптечку. Коктейль Молотова второй. Отмычек пока и так полно. Все это хорошо, но как нам попасть? Где-то отсюда должен идти тоннельчик. Ага. Как мы быстро. Так, и где мы можем заплыть? Ну, ныряй уже. А вот как раз вход. Такая грязная вода, блин. Собственно, мы его могли и отсюда ушатать. Хорошо, что мы это сделали заранее. Так, краник. Вот так. Что за хрень? Ох, ёперный театр. Хорошо, что мы были в трубе. Вот так вот. Спокойной ночи, да? Будем отсиживаться здесь. Вон они, бесноватые, прыгают, бегают. Нифига, они друг друга молотят, вы видите? Это прикольно. Давайте друг друга мутузьте. А кого они там херачат, я не понял.
Он ведь с кем-то дерется же, да? Это он на пламя кинулся, идиот. Эй! Вот так. Подстригли. Жаркое. Эй-эй-эй-эй. Гореть нам не надо. Наступает ночь, а здесь шумно чрезмерно. Так. Это очень нехорошо. Это очень нехорошо. Оба, они друг друга херачат. Плавать идем. Утонул, бедолага. Надо их сюда выманивать. Но они так прогорят нормально. А вот и ночной охотник. Веселуха. Друг друга херачат, да? Наше убежище никто даже не хочет посещать. Они так заняты этим. О, черт! Они нас заметили. Ловкий. Повышение уровня ловкости. Прикольно. Ага, вот он нас видит. Так. Но ему опять не до нас.
Да-да-да, я вас зову сюда. Никак не угомоняться. Да их сколько там? Что такое? Ага. Привлек внимание. Им интереснее там и без меня, да? Ну, соберем, что тут Бог послал. Ой. Оба. Привлекли внимание. Оба! Вот он, вот он, вот он! Опа! Держись! Держись, держись! И в водичку! Очки ловкости. Слушайте. Неплохой способ прокачивания, да? Но уже ночь заканчивается. И мы заканчиваем, наверное, эту миссию все-таки. Перекрываем вентили. Так, на той стороне где-то еще шипит. Так. Отлично, мы выполнили. Полный газ. Вернитесь к Джеффу. Все, где у нас тут карта? А вот у нас здесь Джефф. Так, здесь он не хочет у нас идти, да? Так, кого-то прессуют, да? Спасли чувачка. Игра очень поощряет это дело. Ох ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. То есть здесь Харкун где-то у нас.
Как он прошибает нас? Угу. Вот так вот, значит. Не будем тратить время, валим дальше. Так, не запрыгнули. Да что ж ты, черт, дай-ка я здесь пройду. Никак. Ух. Плотненько у вас здесь, плотненько, да-да-да. Опять здесь, да что за дебилизм-то? Не хочу я вас сейчас мочить, не хочу. Пустой. Ну, Джефф, он весь запертый тут. Так что мы только в окошко его увидим. Ну чё, дурилка? У нас 10 секунд. Посмотрим отсюда, да? Что-то это малоэффективно, мне кажется. О, мы их сейчас сюда будем подтягивать, а они будут дохнуть. Эта жидкость на них влияет каким-то пагубным способом. Слушайте, весело. Как хорошо. Только хабар мы не сможем поднять, наверное, отсюда. Что за святая вода тут разлитая? Оба, тоже сыграл. Возьмем копеечку. Кто-то идет. Эй! Все сюда. Жрать химию. Я вам даже помогу немножко. Оба. Пистолетик.
Так, близко подходить нельзя. Хабарчик-то соберем. Густо здесь навалило. Ух как! Не-не-не. На нас, оказывается, тоже действует очень сильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, вам здесь нравится, друзья? Идемте блевать, идемте. Они прям несут хабар сюда. Запас здоровья у нас небольшой, рисковать не будем. Возьмем только с краешку. Надеюсь, аптечки здесь есть. Всего-то одна. Ух, нет. Не будем мы так делать. Ох, как. Прям напугало, блин. Что же у нас с Джеффом-то здесь? Джефф разнес себя напрочь. Посмотрим, что у него там. Да, Джефф, бедолага, раскурочил свою хату. Пожар, как-никак, да. Ой-ой-ой. Так что Джеффа больше нету. Вон его трупешник лежит. Мы, наверное, не сможем подобраться, но рискнем. О, черт. Фух. Валим отсюда. Да, тебя здесь не хватало сейчас. Нам очень нужны аптечки. Кого-то там обижают опять. Ну-ка посмотрим. Ага.
О, нет. О, нет, нет, нет. Сваливаем. Так, замораживающие гранаты — это полная хрень. Лучше даже не тратить на это ресурсы. Вот же черт! Вот нам и конец, похоже, дело. Так. Чтоб ты поломалась, сучка. Так, так, так. Срочненько оружие берем. Вот черт. Держи. Живучий, сука. Отсюда бы его шмальнуть. Сейчас мы найдем способ его брякнуть. Вот так вот. Так, хорош тратить патроны. Так их порубаем. Подходите под серп, идиоты. Так, не чинится, да? Голову с плеч. В одну линию становись. Запыхался. Так, пора менять оружие, да? Серп у нас больше не чинится. Мы его разбираем. Поставим-ка на его место топорик вот этот. Ха-ха-ха!
Сразу башку снес. Вот и еще две. Так, замечательно. Супер. Подобрать не можем. Аптечка, это просто великолепно, что мы ее нашли. Сразу подлечимся. Так, хочу я взять такой ножичек. Поэтому смотрим, что мы можем здесь выкинуть. Грубый клевец. Ну-ка, улучшим его, нет? Так, крестоносец. Паладин. Что выгоднее? Питбуль. Паладин. Паладин сделаем. Затишье небольшое, да? Топорик какой у меня интересный. Мы сейчас часть выбросим. Загажничек. Вот у этого топорик возьмем. Кувалда. Тут кобылки валяются у нас. Хабарешка приберем. Они нас пальнули, да, уже? Ага, они нас пальнули. Ну ладно. Кто ты, как ты, а?